Это двухслойная труба для газораспределения. Преимущество заключается в том, что наружный слой, он стойкий к растрескиванию. То есть двухслойную трубу сложно изготовить вне заводских условий. Еще бы, эксплуатационный срок до 100 лет, говорят производители. Это не стальные трубы, которые надо менять каждые 5 лет. Также в ассортименте продукция для поддержания внутрипластового давления нефти и газа на месторождениях. И новинка – труба с токопроводящей лентой для оперативного обнаружения порывов в случае аварий. Первая и пока единственная такая разработка в России. Сегодня этот тюменский завод активно сотрудничает с нефтегазовыми компаниями без лишних посредников благодаря вступлению в региональный кластер. Ставка на импортозамещение – это на рынке, где спрос в разы превышает предложение. В их руках больше половины полимерного рынка в стране. С открытия помогают компаниям перейти со стальных или импортных коммуникаций на эти трубы. Сырье, которое используется для наших продуктов, раньше завозилось с Европы. Теперь это полностью, практически там процентов на 80, это наше очищенное сырье, производство Сибур. Собственно, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что полностью перешли на сибурское сырье. Продукцию завод представит через неделю на промышленно-энергетическом форуме ТНФ. Здесь, в центре павильона, будет работать самый большой стенд нефтегазового кластера. 130 квадратных метров для презентации технологий и заключения контрактов. Сейчас в кластере 91 компания из 15 регионов страны. Крупнейшие компании выбирают нас и приезжают к нам. Также особенностью этого года станет коллективный стенд промышленных предприятий Уральского федерального округа. Порядка 9 компаний из 3 областей – Челябинская область, Свердловская, Курганская область – будут представлены у нас на выставке. Больше 80 компаний заявились в этот раз на форум. Пока известны договоренности о подписании 6 соглашений о сотрудничестве. Главная тема – импортозамещение. Надеюсь, что вот проведение этого форума подтолкнет многих потенциальных наших клиентов о возможности применения наших материалов. Это дешевле и за качество производители ручаются, ведь сейчас им важно основательно занять место на рынке в стране, где только формируется новая промышленная политика. Татьяна Воротилова, Дмитрий Ларичев, Тюменская служба новостей.